Все новости Рейнгольд Карпин мучил Спартак, теперь мучает Ростов. Это безобразие. 9 апреля 2018 года, 0 часов 28 минут. Футбол РФПЛ. Бывший нападающий Спартака Валерий Рейнгольд раскритиковал главного тренера Ростова Валерия Карпина после гостевого матча 25-го тура РФПЛ с Локомотивом 0-1. «У меня сложилось впечатление, что ростовчане выходили на поле подраться и потолкаться, а в футбол играть не умеют абсолютно. Полнейшее безобразие, и за это ответственность несет Карпин, а в таких обстоятельствах нормальный мужик подает в отставку. Всего 2 очка взяла команда под его руководством в 5 матчах. Ну что это такое, какой же ты тренер, не знаю, как Ростов будет выбираться из текущего положения. Мне не нравится стиль работы Карпина. Где Армавир, Мальорка, мучил Спартак, теперь мучает Ростов. До каких пор руководство ростовчан будет терпеть это безобразие, если внимательно посмотреть, Ростов абсолютно не играет в футбол. Они совершают мелкие фолы, толкаются, грубят, а футбол без всяких комбинаций, как получится. Так футбол играть нельзя, цитирует Рейнгольда Росфутбол. Оль Карпин, игроков Ростова, нервирует место в зоне переходных матчей. Источник Росфутбол. Оль сообщить об ошибке. Комментарии 09 апреля 2018 года, 8 апреля 2018 года.